Это была тяжелая кампания для нас, очень тяжелая, потому что ее особенностью было то, что, в принципе, я не вел предвыборную кампанию, да и не мог вести спустя столько лет работы президентом, выходить и что-то доказывать, наверное, было бы не совсем прилично, поэтому, да и в стране я то не был. В сентябре мы вместе были, начиная от Пекина и заканчивая Нью-Йорком. И очень важно было, как проголосуют белорусы при таком сильном влиянии, я не хочу сказать, было и давление, но влияние извне. Да, мы пытались восстановить наши отношения с Европейским Союзом, нашим одним из основных партнеров экономических, торгово-экономических. Я это не скрывал. Мы сделали все, что нам от нас потребовали, попросили наши партнеры. В конце, после выборов, был поставлен вопрос, ну и что дальше? Что дальше, вы знаете. Пришлось признать, что в Беларуси выборы прошли, как здесь президент России сказал, в соответствии даже с теми стандартами, которых у нас нет, но которые от нас требуют постоянно и в Организации Объединенных Наций, и ОБСЕ, и ПАСЕ, и прочих структур. Это, еще раз подчеркиваю, были самые тяжелые выборы, которые характеризуются некой спецификой. Я это говорю более подробно потому, что это ожидает впоследствии всех нас. Нам придется очень корректно доказывать свою возможность управлять государством.